Личная жизнь между. Эпиграф. Наша между уже не скулит. Наше между начиналось как между мной и тобой. Постепенно оно выросло, укрупнилось и стало таким себе самоуважаемым между. Ушло в свободное плавание по жизни. И что? Теперь прислала мне твоя своего то ли сына, то ли дочку, то ли внука, то ли внучку. В общем, какого-то неясного и несовпадающего двойника. Теперь наше между – это между мной и моей любовью к тебе. И оно так же, как и прежнее, уже даже не скулит. По этому признаку я и узнала его. Так странно и незаметно совершилась эта подмена. Личная жизнь между –